впечатления просто колоссальные, потому что иной раз не знаешь, как ответить на вопрос, что такое Родина. И когда вот приезжаешь на такие мероприятия, где ты осознаешь, что твоя Родина – это таланты, это личности, которые родились по всей стране. И когда приехал сюда, вроде бы глубинка, а здесь у вас невероятная просто плеяда огромных легенд, которые здесь ваши земляки. Очень приятно это осознавать. Вот оно, мое богатство, это Родина, и ты это понимаешь, когда приезжаешь в такие города, как ваш. Скажите, атмосфера в таких небольших городах, она чем-то отличается от, скажем, ну, мегаполисов, столицы? Да, я честно признаюсь, в Москве редко как так встречают, как вот здесь нас встретили. И это было невероятно, как это очень приятная культура встречи. И ты везде, ты не знаешь, нигде не потеряешься, и ты чувствуешь себя абсолютно комфортно, и чувствуешь, что ты находишься в каком-то культурном центре. Это очень приятно.